Действительно так получилось, то, что за 4 года я провел всего 5 поединков. Да, это травмы, отмены, переносы боев. Ну, как бы на меня это сильно не повлияло. Конечно, хотелось бы стабильнее выступать, чаще и без травм. Но так сложилось, что травмы, и вот последний бой с этой пандемией, с коронавирусом, тоже так получилось, что бой перенесли, не отменили, именно перенесли. Вот известна теперь дата 11 июля. Настрой по-прежнему победный, идти до конца, подготовиться к бою и выиграть этот поединок. Хочется вернуться во всей красе и только с победой. По поводу того, что бой с Эдуардом Вартаяняном мог сложиться по-другому, если бы не было отмен, не было бы травм, переносов бою, да, мог бы, наверное, бой этот сложиться по-другому. Я был готов на все 100% и физически, и морально, тогда, когда он травмировался за сутки до боя. Вот, я думаю, что там бы, может быть, бой сложился по-другому, в мою пользу. Но так получилось, что травма у него, и бой перенесли снова. И я уже был, можно так сказать, истощен и со сгонками, подготовкой. В физическом плане был, в принципе, готов отлично, но эмоционально не было настроя. Не было настроя, не мог настроиться никак на бой. И вот так все прошло, и в бою получил травмы. А по поводу того, что легковесы переходят в полусреднюю весовую категорию, наверное, сказываются весосгонки, тяжелые весосгонки по 15-16 килограмм. Это очень тяжело, отсюда все травмы. Вот. Думаю, что в средней, полусредней весовой категории будет легче и восстанавливаться, и на бой выходить со своими силами, не мучить себя весосгонками последний месяц подготовки, а лучше подготовиться с полными силами и выйти на бой в хорошей физической форме, восстановленной, и показать все свои силы. Ну, по поводу ОСА могу сказать то, что неплохие условия предложили выступать, если сравнивать с другими промоушенами. По поводу пандемии могу сказать то, что у нас как бы тоже все было закрыто, как и в России, в Казахстане. Просто в котором городе я живу, мы очень близко к горам расположен, мой город. Поэтому получалось тренироваться на свежем воздухе. В прежних почти все залы открылись. Работаем с своим тренером по физической подготовке, Сергеем Низбудеем. Потом работаем с моим тренером по тайскому боксу, лидером Таншанло. С ребятами, с первыми номерами Казахстана по борьбе. Так что, я думаю, не возникнут, потому что 11 июля уже откроют границу между Россией и Казахстаном. Я думаю, бой не имеет такого прям большого значения, потому что я свой пояс Fight Night сохранил, а Магомед Сагит Альбеков проиграл его в 4-м бою. Так что за объединение поясов там не может быть речи. Нет, потому что я достаточно высокий и сухой, и вес у меня достаточно тяжело уходит. Поэтому 5-6 килограммов для меня это уже проблемой является согнать вес. Так что я не думаю об этом. Я думаю, болельщики, многие мне пишут, чтобы я вернул должок за Куата. А какой-то мести у меня лично нету к Магомеду Сагиду, хотя Куат является моим товарищем, спарринг-партнером.